И вот нюанс. Если у человека болит какая-то конкретная мышца в плече, да, мы ее нащупываем, крепится к акромиальному отростку, да, вот я показывал, вот он, да, квадратный, вот кость. А дальше крепится к бугорку на этом, на плече. То есть вот, сейчас разверну, вот у меня бугорок, видишь, вот к этому бугорку почти посередине. Но опять не посередине, получается, это одна треть, две трети. Видишь, опять по правилам золотого сечения. Одна треть, то есть вот эта кость, да, вот у нее две трети здесь и одна треть отсюда. В принципе, золотого сечения, вот оно крепится здесь. Можно ощупать. Перекатывается, да. Вот, как правило, это какая-то вот мышца натянута, либо здесь, либо здесь, либо здесь. Мы ее нащупываем, эту мышцу, и начинаем ее конкретно прорабатывать. То же самое мы делали, в принципе, и с ягодицами, и с ногами, да. Вот, например, нащупали, вот она катается. Щупай, щупай с той стороны. Вот, она так натянута, как струна, так почувствуешь, она натянута. Вот, сразу расслабляешься. Только я нащупываю, ты сразу расслабляешься. Ты не больно? Право. Нет? Ну, вот условно нащупал любую, да? Ну, например, вот этого, чтобы было видно. О, нашел. Да, вот с этой стороны. Вот. О, хорошо это. Вот, ты ее отдельно. Нашел, и ты нашел, да? Вот ты ее отдельно прорабатываешь, тянешь ее вдоль этой точки. Вытягиваешь ее поперек. Локальная такая работа, да? Потом методом релизинга. Ты ее берешь, захватываешь, да? И натягиваешь на себя. Ну или вот себя. Тянешь, просто тянешь, медленно тянешь ты ее. Смотри, чтобы она не вышла сразу, не выпила сразу. Вот, тянешь, тянешь, тянешь. Она расслабляется и потихонечку вытекает сама, как бы из пальцев. Вытекает, 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 вытекает. И... О, и расслабляется. Получилось, расслабился? Да, с твоей стороны, да, с Лешиной болит все равно мышцы. Может, немножко жестко ты давишь? Ну, вот это, да? Ну, да, да, да. Тянешь на себя ее, перекрой ношу. А это? Это не так болит. Вот она, вот, да, ты можешь вниз тоже тянуть. В общем, не важно, куда, в какую сторону, тяни ее вниз. Ой. Мягче и медленнее мы это делаем. Это, ну, так, это если болит, это надо, да, нажимать? Да, это конкретно она болит, эта мышца воспалена. Угу. Человек из-за этого не может поднять руку либо так. Что не нажимаешь, так. И тянешь, да? Да, 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 и тянешь. Ну, я в первый день, помнишь, показывал на змее? Нажал на нее, и такой тягишь, тягишь. Отпустил, она вытекает, раз, и распрямилась. Теперь вместо крепления этой мышцы здесь и здесь, да? Вот ты ее находишь, где крепится, вот, нашел, и прижимаешь эту точку. Раз, нажал. На вдохе. Выкатывается из точки. Вот. Отпустили. Эффект шланга создаем, да? Теперь ее нащупываем с той стороны, где она крепится. Где-то здесь. Нажимаем, да? Человек просто дышит. Это. Значит, попал, видишь. Вот, ну и заканчиваем. Так, протрясли, садили еще раз. И заканчиваем. Вот такой вот нюанс в проработке отдельных болезненных участков, локальных в нашем организме. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Алаф Гудвин. Пока-пока.